Итак, всем привет! С вами Супер. Сегодня будем играть в игру под названием Жемишенко Валерий Альбертович. Вот. Значит, это... В самой игре она не установлена. Можно на английском играть, либо на русском. Я уже все ачивки прошел, еще потом вердикт свой сделаю окончательно. Вот, я бы ее полностью прошел где-то за минуты 10, наверное. Давайте тогда начнем геймплей, так скажем. Жемишенко Валерий Альбертович. Песня про одноглазого птеродактиля. Когда мне было 15 лет, я ездил на самокате и всех бабушек пугал своим членам. Со мной по соседству жила соседка Светка, и мы с ней кидали камни по соседям. А без 15-8 нам было скучно очень, и мы шли к бабке Нельке покупать самогон. А потом, как напивались, мы весело ебались, а уже днем я шел довольный по селу, ведь никто не знал, что я выебал козу. У меня большой одноглазый Джеки Чан, это вам не качан, это Джеки Чан. У меня большой одноглазый Джеки Чан, это вам не качан, это Джеки Чан. Без 15-8 мне стало скучно очень, и я поехал на сеновал. Я положил мопед, я надел на член пакет, и я пошел гулять. Девочки, гуляйте, мальчики, текайте, ведь дуалист вышел на охоту. Глады, глады, сила, глады, глады, класс, ну а ты ха, пидарас. Все, спасибо за внимание. Итак, Жемишенко Валерий Альбертович, песня про одноглазого птеродактиля. Когда мне было 15 лет, я ездил на самокате и всех бабушек пугал своим членам. Со мной по соседству жила соседка Светка, и мы с ней кидали камни по соседям. А без 15-8 нам было скучно очень, и мы шли к бабке Нельке покупать самогон. А потом, как напивались, мы весело ебались, а уже днем я шел довольный по селу, ведь никто не знал, что я выебал козу. У меня большой одноглазый Джеки Чан, это вам не качан, это Джеки Чан. У меня большой одноглазый Джеки Чан, это вам не качан, это Джеки Чан. Без 15-8 мне стало скучно очень, и я поехал на сеновал. Я положил мопед, я надел на член пакет, и я пошел гулять. Девочки, гуляйте, мальчики, текайте, ведь дуалист вышел на охоту. Глады, глады, сила, глады, глады, класс, ну а ты ха, пидарас. Все, спасибо за внимание. Итак, вы видели, очень быстро пошел эту игру, она мне понравилась, есть всего лишь вроде как 20 левелов, из которых, наверное, 5 левелов, может и более, просто вы проходите, собирая вот этих вот тянок и бутылок, не знаю почему, в настройках вот экран, можно полноэкранный, оконный режим сделать, титры вот разработчик Никита Gross Russian, издатель
Gross Russian Games. Ну, наверное, это один человек делает движок. Click Team Fashion 2.5. Вот. Я ее прошел. Давайте сейчас пойдем в описание самой игры на странице в магазине. Давайте посмотрим. Итак, мы сейчас вот столько изображений. Ну, это мне все не надо. Наверное, я только максимум одно оставлю, да? Заткнитесь нахуй, бля! Вот. Итак. Вот сама игра Жмышенко Валера Альбертович. Положительные отзывы. Дата выхода 26 апреля 2018 года. Вот. Она стоила 125 тенге. По рублям там 15 рублей. Я посмотрел. Пожилая скумбия. Скумбия. Советует играть. Оставлю ссылку потом, если что. А так пока вот так вот кину. Пожелаем. Ладно. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока.